В кабинет к заместителю главы курорта были приглашены представители ГИБДД города и края, руководители служб эвакуации, начальники профильных управлений мэрии. Есть претензии и к работе друг друга, но главное требование – обеспечить безопасность дорожного движения и выполнение закона. Город со своей стороны готов помочь с оборудованием мест работы полицейских на спецстоянках, снабдить их оргтехникой для более быстрого оформления протоколов. Эвакуаторщики, в свою очередь, должны продумать единую форму одежды, проверить техническое состояние машин, отчетность и не становиться объектами жалоб. Якобы они самовольно устанавливают дорожные знаки. Все городские службы эвакуации посетит межведомственная комиссия. Мы проверим все эвакуаторы, чтобы потом никаких-то нареканий или разговоров о предвзятом отношении. Будут нарушения касаемо рулевого управления там, и тормозной системы, грубо скажем так, на общих основаниях будем также их ставить на штрафную стоянку. И сами же эвакуаторы. У нас сегодня 5 эвакуационных служб, 11 мест, куда свозятся эвакуируемые автомобили. Поэтому мы должны здесь навести порядок. Мы должны прийти к тому, чтобы не было нареканий ни к сотрудникам ГАИ, ни к работе эвакуации, потому что часто и густо возникает у людей мнение, что незаконно эвакуируют автомобили. Возможно, это имеет место быть, скорее всего, поэтому, дабы избежать всего этого, сегодня и состоялся этот подробный и предметный разговор. Также комиссия, в состав которой войдут и представители мэрии, проверит работу штрафстоянок и соответствие установленных на дорогах знаков нормативным документам. К слову, за прошлый год на улицах было демонтировано 46 незаконных знаков о запрете парковки.